Ну чё, соскучились? Мы прям как бы продолжаем с того же места. Здрастите, здрастите. No, Victor, this was never a suicide mission. Our portal technology is arriving behind us. Unfortunately, it's coming in pieces. Signature detected. A portal piece has arrived. That's your cue, Mirabelle. You can expect Vertigo's help on this one. Good. It'll be nice to know someone's got my back for a change. Yeah, CB. A favorable statistical, I should say, good luck. Пошли-ка взорвем дом токсина. Как же долго я этого ждал. Технократы путешествуют по галактике с помощью квантовых порталов. Это позволяет им быстро перемещаться на огромные расстояния, но, к сожалению, только в один конец. Чтобы вернуться домой, нужно создать новый портал. Вихрь, быстроходное воздушное судно, поможет Машке отыскать все необходимые компоненты. То есть разобрать по частям здание человеков, вот, сибирских человеков в данном случае, и из этого склепать, собственно, портал. Совет. Ударная сила иерархии, гигантские шагоходы. Ну или ходаки, да. Уничтожить шагоход намного проще, если поочередно вывести из строя его техноузлы. Это я уже сам понял. Я на досуге поиграл в Скирмише, и оказалось, что эта иерархия самая легкая, если она, ну, ваш противник. По крайней мере, я не знаю, может, конечно, просто тупо иишник неправильно прописали для них, так как, когда я играл против вот этих вот технократов, они разорвали мой пукан буквально за минут 5. Я не успел еще разобраться, как здание строить. А ко мне уже привалила Машка и Витя, и как бы куча роботов и прочих мразей все разнесли. А вот иерархия особо-то не нападает. Они строят ходоков, но эти ходоки медленные, тупят, и, в общем, их реально довольно-таки просто уничтожить. Вот так вот. Так что и землюшку мы спасем. Только в игру пустите. Кстати, может быть, мне вихрь дадут уже. Это как бы три героя. Самый, кстати, топовый герой — это создатель, тот, который отдает команды. Он прям очень крут. Машка и Витька такое себе, он тоже неплохой герой, но чуть-чутка хуже. А вихрь я не строил. Окей, обидненько. Так, пожалуйста, базу. Это вроде рабочие. Да, наконец-то у нас база будет. Найс. Так, строитель. Значит, что это у нас есть? Первое, прибыла первая секция портала, ла-ла-ла. Понял, найти портал, изи. Так, секунду. Транспорт для перевозки секции портала. Что, двигается? Нет. Так, значит, нам нужно ресурсы. Ресурсы. Боевой робот. Сюда давайте-ка. Казарму. Казарму, казарму. Так, вихрь, что ты умеешь делать? Вихрь может расщепить боевую единицу и загрузить ее в свою нанитовую, господи, матрицу. Эту способность можно использовать для скрытого передвижения. Я не совсем понимаю, но ладно, окей. Далее. Включить вирусный контроль. Вихрь копирует часть своего программного обеспечения в систему боевой единицы противника, предварительно зараженной вирусом, после чего на некоторое время получает над ней контроль.
Окей, тут что? Тут у нас все закрыто, увы. А он может стрелять? Вот что меня интересует. Да, он умеет стрелять, причем сильно. Эти все обилки на диски или дискоиды не работают. Мне очень жаль. Что здесь написано? А, вот оно что, я понял. То есть, по всей видимости, эту обилку можно использовать, чтобы ваши войска еще и перемещать по полю боя. Это забавно, кстати. Я сейчас затестирую. Сначала вот это снесем и заберем портал. Интересно. Почему ты бегаешь? Ой, нет, нам надо вообще-то сюда. Так, вихрь сюда. Угу. Забавно. А ну погодьте. А что мы еще можем... А, ну это перегружается. Блэд. Я сейчас... Я зафейлил, да? Ладно, неважно. Построим ангар. Это у нас что, меченосец? А, вот что нужно. Ну, сначала немножко роботов. Хотя денег у нас вроде бы много. Так, что у нас по рабочим? Давайте-ка еще один сборщик. И еще одну казарму. Все, ждем. Я хочу затестить. Могу ли я, например, загрузить сюда... Ух ты, могу, могу, прикольно. А могу ли я загрузить, допустим, ресурсы, типа дом? Нет. То есть помочь собирать ресурсы я не могу таким образом. Очень странно. Просто я читал вот эти вот апгрейды, где здесь вихрь. А, здесь, кстати, совершенно другие... Ладно. Да-да-да, сейчас. Скорее всего, в скирмише и в компании немного другие улучшения. Ну ладно, хорошо. Давайте сделаем апгрейд. Вот эти парни-меченосцы очень мощные. Они, правда, только ближнего боя, что немного неприятно в случае сражения с иерархией, потому что там всякие же большие мрази. Но, тем не менее, они очень мощные. Так, о, мы можем сюда пойти. Кстати, мы можем напасть сюда. Прикольно. Только у нас войск особо-то нету. Давайте. Они, кстати, они невидимые еще. Плюс они могут создавать иллюзии самих себя. Ну, в общем, приятненько. Да, окей, без проблем. Так, погодь-ка. Инфильтратор. Летающая боевая единица оказывает поддержку с воздуха и занимается обнаружением противника, оснащен впечатляющим набором создающих помехи устройств и датчиками, позволяющими обнаружить замаскированного противника. Обладает способностью заражать вирусами боевой единицы противника, оставаясь неуязвимым к подобным атакам. Понял. Значит, нам нужно сначала заразить венерическим вирусом какое-то транспортное судно, например. А затем Вертига сможет его захватить. Все, я понял, изи.
Ты не можешь передвигаться. Ой, какой же ты, бро, медленный. Прям аж больно от этого. Frequency is open. Ну ладно, хорошо. Заберем. Могу ли я... Боже мой, ну где ты? До сих пор не прилетел, что ли? Как мне выбрать все войска? Ужас какой-то. О, мы можем загрузить какой-то модуль. Защита от радиации, либо же... вот это да. Меньше повреждений от огня. О, вот он, так. Ну-ка. Мы можем тебя заразить? Блин, мы тебя не можем заразить. Ну что же такое-то, а? Ну хотя, в принципе, он же из мяса сделан. Хотя, с другой стороны, я собирался венерическим заражать, но, видимо, у меня недостаточно мощный вирус. Да, урон, кстати, у этих штук не то чтобы плохой, а его просто нет. Так, летим сюда. Выгрузка сюда. В общем, это бесполезно. Вот так вот. А мне почему-то снова рассказывают про боевых роботов, хотя мы уже их изучили. Они камикадзе и основное пушечное мясо. А здесь вот что? Тяжело вооруженный пехотинец технократов, вооруженный двулезвийным нанитовым мечом. Носит тяжелую броню, обладает высокой скоростью перемещения и способен преодолевать водные преграды. Очень эффективен против пехоты и слабо укрепленных построек. Обладает способностью создавать своего двойника и дезориентировать противника. А еще не говорят о том, что он невидим. Хотя... Окей, он видим. А, когда я играл, он был невидим. Очень странно. Может, какой-то апгрейд был сделан у меня. Оу, щит! Они воруют наш портал. Ах, ты ж скотина. Alert. Hierarchy forces have captured a portal section. Looks like the hierarchy got to it before we could. They must have another base nearby. Be advised, our return home is now statistically impossible. Then I guess we'll just have to go in there and get it back, won't we? No, Victor. I'll tell you when it's a suicide mission. We don't want to make the same mistake the sentience did. The hierarchy has deployed gravitic turrets. So we can't get our air units near them, or they'll be ripped apart. Portal section 5 has arrived at the location highlighted. Полетели. There appears to be interference surrounding its signal. Нам нужно этого убить. Any surprises, Vertigo? Interesting. Frequencies open. Fully functional. Так, у нас много денег. Давайте-ка мы их превратим в этих парней. Давай-ка, пожертвуй собой, бро. Там второй ходок. Пусть отходит.
Так, с пехотой разобрались. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Черт. Он фокусит. Блэд! Я не обратил внимания сразу же на это. Окей, первый блин комом. Зато мы знаем, откуда они нападут, кстати. Это хорошо. Нужно больше солдат. Эти летающие дроны / самолеты разведчики имха бесполезные. Так, давайте пропустим. Ну же. Давай-ка. We are highlighting its location on your tactical map. Vertigo, I need you to collect these portal pieces as they arrive. Куча бабла. Сюда пошли. Power on. I've arrived at the portal section. Good. Now use your upload ability to bring it back here. To keep the pieces safe, I want you to download them to the portal transport in our base. I'm highlighting it on the radar for you now. Так, все easy. Then we can build corruptors to infect hierarchy units with computer viruses. That should slow them down and give us feedback on their positions. Systems check. Держи-ка. Vertigo here. А ты иди сюда. Так, теперь. Вот это казарма же. Так, хорошо. Казарма. Поехали. Все нормас. Так, нам нужно штампануть кучу казарм. Так вот, может быть даже еще одно. Sir, the second portal section is arriving near your current location. It is being highlighted for you. Vertigo. Отлично. Поехали. Ты сюда иди. Search commencing. Patrolling. Downloading now. Robotic infantry ready. Reporting. Awaiting command. How may we serve? Так. Так, далее. Это готово. Вроде бы. Well, this certainly is easier than expected. Vertigo, you know what to do. We've collected less than half of the sections. Какой-то робот. Не туда пошел, куда нужно. Так, теперь. Мне казалось, я 4 строил. Ну ладно, не суть, хорошо. Давайте загрейдим. Так, вот это вот от огня. О, отлично, мы здесь можем теперь. Скорость перемещения боевых единиц по каналам переброски. Все работы, бла-бла-бла. Дальность обзора. Нет, не нужно. Дальше. Здоровье боевых единиц, вот это лучше.
А также апгрейд на меченосцы. Большую пачку заказываем. Так, а это что дает нам? Запуска модулей. Я не понимаю, что это дает. Так, теперь электронные вирусы технократов могут распространяться, заражая находящиеся поблизости здания и боевые единицы. Это я тоже не понимаю. Здоровье. Берем здоровье. Так, это нам дает больше ресурсов. Это нам тоже не особо нужно. Так, пошли-ка. Нет, наверное, нужно подождать минутку. Может, скорее всего, я просто неправильно прохожу эту миссию. Может, нам этих ходоков не нужно убивать, а нужно просто пойти вот сюда и как бы все снести. Увы, я не в курсе. Но, блин, будем проходить уже как решили. Да. Все, отлично. Ну, может быть, как раз до момента появления четвертого куска эти все достроятся. У нас уже будет более-менее большая армия. А мы только один модуль можем загружать. Это тупо. Тогда давайте вот этот. Как сделать больше модулей, я не знаю, к сожалению. Обычных еще роботов построю. Но мне нравится, конечно, эта способность. Быстренько перекидывать войска. Клево. Так, а, я не могу это скипнуть, увы. Alert. Hierarchy forces have captured a portal section. Looks like the hierarchy got to it before we could. We must have another base nearby. Я понял. О, прикольно, они строились во время катсцены. No, Victor. I'll tell you when it's a suicide mission. We don't want to make the same mistake the sentients did. The hierarchy has deployed. Так, ладно, хватит уже выбирать их. Portal section 5 has arrived at the location. Еще одна. There appears to be interference surrounding its signal. Be careful, any surprises, Vertigo. You have an order. System check. With all haste. Так, это что такое? Отходим. Да, стрелять. Черт, слишком много мы потеряли уже. Нет! 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 Фу! Это было, блин, близко. Слишком близко, я бы даже сказал. Нам хана. Сейчас, однако, подкреп выберем себе. Да, ну ходоки прошли. Скотины. Этого мы могли бы добить скоро. Там практически обшивки не осталось. Но вот еще два. Нам нужен транспорт, а не роботы и не эти самолеты дурацкие. Вихрь чуть не слился. Так, ладно. Facility under attack. We defend Novus.
System failure detected. Robotic infantry landing reported. Good work, Virgo. Only two portal pieces remain. How many will survive? Robotic infantry landing. Engaging enemies. Reporting. Orders received. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. То есть теперь они нам преграждают путь. Мы можем, в принципе, все перелететь. Пошли сюда. Или сюда пошли. В теории можем перелететь. Так, блин, он много ЧП потерял. Ладно, мы можем, в принципе, вот это вот украсть быстренько. Допустим. А, мы не можем сюда попасть. Ой, тихо. Они снесли одну секцию. То есть у нас нет выбора, нам придется двигаться. Ладно, давайте-ка сначала своруем. Вон второй стоит. Вот как. А, мы же можем по воде двигаться, я совсем забыл об этом. Не в разных точках. Ну, в принципе, я был не прав. Можно было не сражаться с этими ходоками. Перебить их поодиночке. Видимо, вот этот самый побитый. Да. Могли бы его снести. Но, в принципе, мы, наверное, так и должны сделать сейчас. Но, с другой стороны, двигаться аж туда впадло. Давайте снесем этого. Ну-ка. Вот эту вот панель, пожалуйста, снеси. Section is inbound. Tracking its location now. Location confirmed. Highlighting it for you now. Move out, Vertigo. The Hierarchy know we're here, and they're likely on their way to the last piece. Нужно отойти. Зараза, фокусит, смотри, фокусит. Назад. Жаль, что эти парни тупо бесполезные против него. Ну пусть хотя бы сливают сейчас. Как мясо. Нормально. Теперь нам никто не помешает. Возвращаемся сюда. Подкрепы пошли. Замечательно. Ты что, бро, потерялся? Отлично.
Так, что там? Еще один. А, из ходоков же можно строить солдат. Вот он их и строит. Сюда пошли. Так, Машка покоцана, но немного уже успела восстановить ХП. Это хорошо. Блин, они меня бесят. Давайте-ка мы здесь оставим взвод небольшой, чтобы с ними справляться. Да, предел населения, то еще говно. Толком даже войск не построила, уже нельзя новые делать. Эх. Я только могу самоубиться об транспорт. Ну, кстати, мои роботы как бы заглатывают это самое инопланетный чупа-чуп. Прям жестко. Да, да, конфликт, конфликт. Ну, хотя бы одного убили, ладно. Боже мой. Тащитесь, давайте быстрее. Мы пока сюда пойдем. Не знаю, что это нам даст. Типа, вражеские войска не должны слушаться приказов. Вот что это нам должно дать. Но по факту, как это работает, я не имею ни малейшего понятия. Но главное, что войск у нас много, так что... Справимся, справимся. Пока что пойдем сюда. Какие же мы медленные. Все, это что? А, понял. Наши клоны слились. Ничего страшного. Грави-пушка. Это что? А, один. Сзади заходит. Чё только оно столько заразило наших солдат, что они скоро все подохнут. А в целом неплохо сюда. Ну вот оно. Ничего себе.
Видимо, эти гравипушки только по воздуху. Вот почему они нас не... не обстреляли. Хорошо. Ну, нормально в целом. Нормально. Походу, это победа. Хотя, по закону жанра должно быть еще что-то. Давайте добьем их базу тогда. Не так уж сложно, на самом деле. Так. Летит. Все хорошо. Наслаждаемся победой. Ну что, первая более-менее сложная миссия. Я доволен. Какие-то колбаски летят. Но в любом случае, это победа. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До свидания.